Так, уже доброе утро, уже добрый день. Сегодня, получается, с первого раза видео записал, но печалька, что-то там на флешку пока перекидывал, пока на компьютер хотел обработать немножко, время было. Получилось как-то не очень. Вот такая вот красота. Ветер поменялся, стало прохладно. Сегодня с утра было 13 градусов. Сейчас у нас получается 21 сентября 2016 год. И очередной видеоотчет. Сегодня сделал уже две съемочки. В принципе, фотографироваться можно, освещение хорошее. С облачками получается как бы фотография, как сказать, без прищура. Красиво все. Ну и на фоне вот таких вот волн можно делать крутые фотки. Ну, видите, как вода выходит, то есть сюда, на береговую линию, жутко смывает песок. Кто был у меня на фотосессиях, должны помнить, насколько дальше стояла вот эта вот вещь от берега. Сейчас море подошло вплотную. Людей понемножечку есть, гуляют, наслаждаются как бы природой. Задавать микрофон, потому что ветер гораздо слабже. Единственное, что он поменял направление, стал прохладный. Сейчас залезу сюда на вершинку. Вон кто-то тоже на барханах стоит, наблюдает, что там за красота творится. Обычно после такого шторма выбрасывают очень много всяких барабанщиков. Вон на речке сидят. Весь размах. Пока-пока. Полетели в другое место. Кстати, вот на горизонте вижу просветы. Сегодня, кстати, может быть и закат. Одни мои клиенты его очень ждут. Уже три заката подряд нету красивого солнышка. Вот что? Хотите пойти вниз посмотреть, что там? Я тоже очень хочу. Пойдемте. Прощайте за трясущуюся камеру. Бегать в удовольствие. Как согревается организм. Глянем, что там творится. Вот, который сухой песок, кстати, тепленький, который мокрый песок, прохладненький, потому что ветром он очень быстро, как бы, влага берет холод. Чайки улетели. Они, кстати, охотятся. Сейчас выбрасывают всякую маленькую рыбешку. Хотя в хороший шторм бывает и белингасов на берег выкидывает. Потому что берег вот так вот заливается водой, а потом стихает. А белингасики, ну, кефаль, наверное, правильно будет сказать, она плавает вдоль берега. Эти все пропитания, там есть червей и так далее, там подобное. Их бывает, выносит всякие мини-чайки. Крупные, наглые. Вот так, смотрите, вымывает песок. Какая теплючая. Я в шортах, в кофте. Как это все выглядит? Не знаю. Попробую. Сейчас какую-нибудь большую волну. Вот она поднимается. Да. Вот она красота. Гребешки. Ай, меня забывает чуть-чуть. Я почти под колено. Обожаю первый штальмар. Тепленькая. Берег чистит всю вот эту гадость. Оно все отмывает от моря. Все бычки, шмычки. Весь песок перекроет. Единственное, это что утягивает. Называется вот который тягун, не тягун. То есть вот по песку песочек, получается, стягивает в море.
А другой шторм, который, наоборот, он прибойный будет, будет немножко, как бы, наоборот, добавлять из себя. Потому что если представить так, расстояние до Баханов, наверное, такое же, как Чимоте стало. Хотя, говорю, кто был, тут спокойно расстояние. И, ну, конкретное такое расстояние. Блин, как классно. Не сидите в номерах, одевайте что-нибудь сверху, шорты, дойдите до моря, насладитесь этим вот кайфом, как я. О, какой-то штырь нашел, надо его ликвидировать. Нахрен, ой, отсюда. Берег у нас был чистый, красивый, никто не поранился, не что. Там горизонт, вроде бы, чистый. Может быть, даже через несколько там часов я не могу. Вот это просто неописуемое ощущение. Вот смотри, как волны разбиваются, смотрите, она идет. Это такая силища, такая мощь, просто нереально круто. Наверное, просто вот надо любить место, в котором ты живешь. Отчет получился в итоге. Первый был гораздо короче. Сейчас у нас уже проснулся хорошо. Настроение отлично еще. Какой-то провод даже. Смотрите. Подмыл такой вот ход на этих пляжах. Прям уже. Таблетка в дальние. Сейчас попробую приблизить. Она стоит вообще в воде. Хотя этого не было. Это вот один такой шторм. Также вот проход на улице, с которой отношу между пансионатом и улицей Одиссея, за день до ночи просто засыпало песком. Прям волна выходит, вот, и передает камеру вот такое ощущение. Прям штурмовал шара. Красота. Вообще. Завидую тем, кто отдыхает. У вас есть время просто выходить на берег, наслаждаться еще. И, можно я взял бы с собой термос кофе. Просто попил бы теплый какой-нибудь вкусный кофе. Чуть не смыло. Сразу ноги закапывают. Очень большой волны. Вот приходит одна,
убираем и стягиваем. Сейчас покажу, как будет стягивать. Вода пошла. Меня уже закопало. Высок. Направление течения вчера было в сторону Благовещения. Сегодня возвращается обратно в сторону. Получается, она течение поменялось. Ладно, наверное, буду заканчивать. Я нашел такой сценарий, получается, Селена, его зона отдыха. Хотелось бы обратиться к власти лучше, когда вот эти заборы прекратятся, нам нужно пляж, потому что уже хватит. Вроде пляж, но это нормально. На позитивной ноте, всем пока-пока, хорошего вам отдыха. Вот, спасибо, капюшон, хорошего кушанья. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Очень вам прошу для вас. События на нашем Черном море в поселке Витязева. Также добавляйтесь, друзья, ВКонтакте, Инстаграм, Юра Оз, ВКонтакте Юра Азаровский. Буду всем рад написать, ответить. Также есть в Одноклассниках, везде во всех социальных сетях. Набирайте мое имя, фамилию, везде меня найдете. Все, всем пока-пока, до завтра.